Друзья мои, добрый день. Вот сегодня мы в моем цветнике, так сказать. Кому интересно, покажу, немножко расскажу. Оставайтесь со мной. Вот это геостомки, которые 28 ноября я сеяла. Выглядят они на сегодняшний день вот так вот. С вами я подкармливала их и до перевалки 29 января. Вот, дальше я приблизительный план своих действий вам рассказала. И на сегодняшний момент я их поливаю раз в неделю. 5 числа я их подсыпала золой и пролила мастером 13-40-13. Вот, и, соответственно, через неделю 12 числа то я их просто пролила мастером. Тоже 13-40-13 плюс янтарная кислота. Вот. Сейчас мы посмотрим, какая у нас кислотность здесь в земле. Поливаю я их раз в неделю. Чаще я их поливать не буду, друзья мои. Вот, смотрим. Так, он долго думает. Ну вот пусть думает. Вот 6,5. Я считаю, что это нормально, хорошо. А в другом. Вот сверху насыпана зола была. Вот. Вот такая вот кислотность. До этого я вам показывала, друзья мои, было прям до 5-4,5, то есть от воды. Тоже смотрите, все от воды. Так, вот это у меня от 10 числа. Так. Ну, здесь 7. Не знаю, так. Ну вот здесь можно спокойно поливать просто водой и ничего не добавлять. Но в принципе она такая жирненькая, ей все нравится. Ну вот, даже не знаю, это я только пересадила в больший горшочек литровый. Вот так вот. Так, что же у меня еще здесь? Значит, вот это пеларгония. Все, друзья мои, все сажаю первый раз. Вот, и, так сказать, даже не знаю, что у меня вырастет. Но, во всяком случае, всхожесть практически 100%, и все растет. Все пользуюсь советами Светланы с дачных советов. А, вот это эустома от 3 января. Вот так вот ей месяц со всходов, вот так вот она выглядит. Можно посмотреть. Но, я думаю, 23-го я ее подкормлю еще кальциевой селитрой и будем дальше думать, что там делать с ней. Вот. Вот он, остеоспермум. Тоже сажаю все первый раз. Ну, схожесть процентов, наверное, 70. Так, здесь у нас идут, вот это у нас гвоздика. Вот это две калибрахуа, как они взошли, так они и есть. Вот они. Но остальные вот не теряю надежды. Я все-таки что-то там сходит, пока у меня вот так вот стоят. Вот. Что тут? Это вот маленькие петуньи потихонечку сходит. Вот это импатиенсы. Взошли они у меня всего 7 штук, но один такой был какой-то неказистый, я его не стала. То есть в таблетках, и я вот уже перевалила вот в такие горшочки. Вот все это петуньи. Вот это у нас гацания. Гацания. Ну, это перчик горький стоит один. И петуньи. Так, здесь у нас финская у меня клубника. И здесь вот тоже клубничка американская. Скоро буду я ее пикировать. Так, ну вот такой вот огород у меня пока. Так что зашла у меня вербена. Вот стоит у меня еще, я, значит, вчера посеяла гелиотроп. И стоят на проморозке у меня, значит, хризантеллы, виола, аквилегия, ромашки, гайлардия, прострел и примула. Вот, друзья мои, камею я вам тоже показала. Ну вот,
в принципе, огород растет. Что вырастет, сама не знаю, друзья мои. Ну, посмотрим, посмотрим. Нашла уже место на участке, вот где я это буду все, так сказать, располагать и высаживать. Вот, посмотрим. Так, вот у перчика перчик 6,6,5. Это у нас колокольчик. Вот такой уже я его пересадила. Большой горшочек. Ну вот он такой вот интересный, не знаю, должен быть таким кудрявеньким каким-то таким, вот, или нет. Все, друзья мои, спасибо, что были со мной. Спрашивайте, отвечу всем. Всем хороших выходных. Спасибо, до свидания.